Wakey, 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 it's time for school. Come on. Wake up, it's time for school. Come on, man. Are you ready for school? Hola, amigos. На связи Матвей. Я тут заметил, что в последнее время вы начали часто упоминать в комментариях, что я играю в Fortnite Mobile с автострельбой. Честно говоря, я не обращал особого внимания на этот фактор и всегда им пренебрегал. Но после того, как вы начали об этом часто писать в комментариях, я задумался, почему я играю с автострельбой? Неужели это и впрямь такая имба, и без нее невозможно играть нормально в Fortnite Mobile, или это очередная бесполезная настройка в игре? Именно этот вопрос побудил меня записать данный ролик. Подобную тему на YouTube до меня еще никто не поднимал, так что сейчас предлагаю разобраться, что такое автострельба в Fortnite Mobile, стоит ли ее подключать, разберем ее плюсы, минусы, ну и продемонстрируем это на реальных примерах игры. Получилась такая своеобразная исследовательская работа. Ролик вышел интересным, крутым, ну а еще я заснял пару классных моментов в своем боксфайте. Так что не переживайте, мою киберспортивную игру в этом видео вы увидите тоже. Ну а перед тем, как мы перейдем к сегодняшней теме, если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, то смело оформляйте подписку на данный канал, если еще не подписались. Это единственный действующий и лучший канал по Fortnite Mobile на YouTube. Тут вы найдете лучший контент по Fortnite Mobile и не только. Ну а если вы уже подписались на мой канал, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня — это мой тег-автор-мотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite. Смело войдите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом и группы канала ВК, ссылка в описании. Так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Ну а теперь, после самой рекламы, предлагаю вам посмотреть мой материал по поводу автострельбы в Fortnite Mobile. Думаю, логичнее всего стоит начать с того, чтобы показать, где находится смена режима стрельбы. Сразу хочу заметить, что настройка «Коснитесь в любом месте для стрельбы» самая фиговая, вообще ее ни при каких условиях не подключайте. Ну а как работает автострельба, я думаю, объяснять никому не надо. На прицеле появляется круглая желтая область, и когда игрок попадает в эту желтую область и начинает фиксироваться в центре, то, соответственно, начинается автострельба. И данная механика задает множество вопросов, так что сейчас я проведу несколько экспериментов. Проверю, как себя проявит автострельба в критических ситуациях при ближнем бое. Сейчас я буду играть в боксы. Ну а потом мы оценим автострельбу на средних и дальних боях в арене и паблике. А уже в конце сделаем выводы. В общем, как вы могли заметить, автострельба не всегда себя может проявить даже в ближних боях. Так как если у вас профессиональный файт, вы используете частый редак, то у вас попросту не хватит времени, чтобы желтая сфера сфокусировалась на противнике. Да, бывают моменты критические, когда автострельба реально помогает, но они очень редки и, скорее всего, это просто удача, так как моя игра с автострельбой ничем не отличается от игры без автострельбы. Ладно, это все, что касалось ближнего боя. Давайте-ка посмотрим, как себя проявит автострельба в паблике и арене.
что ж, ну какие выводы тут можно сделать? Честно говоря, я в замешательстве. Потому что когда мы с вами играли в боксы, вы сами видели, что автострельба мне часто помогала. А когда я с этой же автострельбой играл в паблик, мне она только мешала. На арене без автострельбы я вообще вытаскивал сервер. Умер, кстати, по своей глупости. Все же, я могу сделать окончательный вердикт по поводу автострельбы в Fortnite Mobile. Поговорим сначала о плюсах. Как вы видели у меня на записи, автострельба помогает, но редко, иногда при ближнем бою, например, в боксах. Допустим, если ваша тактика агрессивна и вы всегда прыгаете в бок своего противника, автострельба вам помочь сможет. Ну а если вы предпочитаете держать своих врагов на расстоянии и отстреливать их из автомата или снайперки, тут автострельба, к сожалению, вам помочь никак не сможет, только будет портить игру. Также я заметил, что автострельба сильно бустает вашу атаку с какой-нибудь ППХи. Да, так что автострельба сильно повышает ваш шанс убить противника в ближнем бою со скорострельным оружием. Но и на этом плюсы автострельбы заканчиваются. Да-да, как оказывается, у автострельбы намного больше минусов, чем плюсов. Ну, во-первых, как я вам ранее уже говорил, вам будет затруднительнее вести сражения на средних и дальних дистанциях. Допустим, сидите вы спокойно у себя в кустике с автоматом, вы ждаете, пока противник будет проходить рядом, и вот все же противник уже подходит к вам, но тут случайно срабатывает автострельба и палит вас. Вообще можно много примеров привести, но я думаю, основную мысль вы поняли. Второй минус – это бесконтрольная трата патронов и лишние выстрелы. Да, на моих нарезках вы могли заметить, что я часто стреляю просто так и тем самым трачу патроны. Все же думаю, автострельбу использовать корректно, особенно если вы играете на телефоне, потому что экран у вас маленький, соответственно, места, чтобы водить пальцем, у вас крайне мало, а автострельба сильно с этим помогает. Хоть и как мы сегодня выяснили, во имя автострельба не очень помогает, но могу точно сказать, что автострельба может вам помочь морально. Это будет у вас что-то наподобие счастливого камня у вас в кармане. Все же автострельба — это легально, Epic Games ее официально предоставляет в настройках игры, но использовать ее или нет, каждый сам для себя решает. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу автострельбы. Также вы можете написать в комментариях слово «Aimbot», если вы его напишите в комментариях, я буду знать, что вы досмотрели этот ролик до конца и обязательно лайкну этот комментарий. Ну а с вами, как всегда, был Матвей, hasta luego!